короче, пока никто не видит, я вам покажу, чем нас кормят. Ну, свинину, понятно, мы едим. Креветки микро, пикро вот настолько маленькие, что... Я сейчас покажу, какие они маленькие. Что даже там пока выкормишь что-нибудь оттуда. Это еще не самое страшное, потому что мы, нам принесли то, что обычно в России выкидывают. Это вот эти вот куриные лапы. Никто из итальянцев не притронулся к ним. Все друг на друга посмотрели, съели брокколи и сказали, что мы не голодны. Вот все мы выбрасываем, понимаете, они все кушают. Голова трупа курицы. Она хоть улыбается. Смерть была нормальная. Ноги, которые мы бы выкинули, они все едят. Но я не могу это есть. Мы едем смотреть Шанхай. У нас вот такой автобус. Friendly bus. Тамерланский за тебя. Давно я на автобусах ездил. Я вам буду снимать сторис. Могу сказать честно, что Токио поразил меня гораздо меньше, чем Шанхай. Да, в Токио хорошая еда. Но посмотрите на этот город, он прекрасен. Здесь очень красиво. Знаете, Шанхай очень красивый город. И что самое интересное, очень чистый город. А меня Шанхай, наверное, больше даже поразил, чем Токио. Очень зеленый город.